Ну, в любой пустыне жарко. Фу, еще 100 лет паучка не играли. Все эти кооперативы, подкасты, рисовашки. Я скучал. Пойдем по сюжету сразу, сходу. Или, может быть... Что здесь такое? Преступление? Ага, недалеко отсюда. Что-то опять фпсы, по-моему, как-то меньше стали. Глубина заложения веток станции разная. Думаешь, из-за этого? Не, мне кажется, от глубины самой ветки метро, ну, от земли, вряд ли что-то зависит. Скорее всего, это все-таки вентиляция. Какие-то проблемы с вентиляцией. Где он? Ничто так не бодрит утром, как РПГ! О! РПГ? А, они наверху. Лява крыса. А, вот это было больно. Блин, где Человек-паук-то? С кем я махаюсь? Что происходит? Я пытаюсь чат посмотреть. Они что-то безумничают здесь. Так, что боты лютуют, по-моему. Ой-ой-ой, это было больно. Так, ага. Так. Что ты себе позволяешь? Блин, хиляться уже нечем. Сейчас вспомните, как играть. Ты тоже бьешь? Давай, давай, помогай. Так, ушел от ракеты, норм. Так, ну это уже легко. Что происходит? Там... Ах ты ублюдок! Учок, прыгай! Он, видимо, подобрал РПГ. Чё? В мире есть более достойные занятия, чем стрельба ракетами по парню. Ладно, все, теперь точно на сюжетку. Надо вспомнить, что вообще по сюжету было. Парень Трико лучше, чем парень в плаще. Что, осьминожки давно не видать? Где она там, интересно? Я прийти-то вовремя, Оливер. Мы в World of Tanks перестали играть. Как раз. А мне так никто, да, на вопрос не ответил, чем вы там на фоне занимаетесь. Так, а Нобади все еще куда-то там отошел туда-сюда по-быстрому. Ок. Че, погулял с собакой, да, Оливер? Думаю, чем себя занять. А чё, кончились всякие игры какие-нибудь? Тендерлойн. Все чаще вспоминаю. Здорово. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь? Помните эту записку из скриншота в Дискорде, а? Черная кошка. С мыльными текстурками. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Так вот, тут записки оставляют. Что ей тут приглянулось? Очевидно, граффити. Что вызывает подозрение? Прикольная граффити. Она хочет, чтобы я что-то нашел. Но что? Сейчас что-нибудь найдем. Допросит паука или еще допройти, видимо, паука или еще раз Village пройти. А что тебе в другие игры должен не играет? С чем что-то перепроходить?
Я ничем. Вот на танк вас слушал, теперь я смотрю стрим. Жесть, кто-то в чистую смотрит стрим и ничего не делает параллельно. Вау. Скучал по нам? Ну, я к тому, что записки, типа, ну, просто те же самые записки с разными надписями. Есть во что так, играть, но где же собрать он? Людей нельзя. Ага. Блин, что игр больше нет, что ли? Одни фармильные дрочильни. Вот же ж... О, фокусироваться можно. Я вижу. Объедки в кадре. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Вот это вот маюсь. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть какая-то причина. Миллион котов, нет. Стоит быть начеку. Разработчики, ну я бы с удовольствием пособирал, но это же просто собирательство. Я понял тебя, игра. Сюжета, видимо, не будет. Ок, погнали собирать. Привет, Юрий. Второго сезона постановки. А костюмы снаряжения черной кошки все еще под замком, да? Я еще не смотрел, только не заспойлерил. Похоже. Просто провери, дай мне знать, на месте ли ее барахло. Хорошо. Я третью серию постряну. Как минимум через день, через два. Ты что-то поздно, Мэй. Как да дела? Там и первая эта серия, жесть. Запланирован ужин. А, точно. Прости, ой, я забыл. День был сложный. Нам закрыли финал. Еще камера. Наверное, блин, зачем кошки? Он диалоги скипает? Тебе всего лишь фоткать надо, чел. Ты ревнуешь меня к другому парню? Надеюсь, да. Но ты должен знать, что я не люблю мерзавцев. Чего? Кстати, эта женщина-кошка стрёная с Бэтменом мутит, с Человеком-пауком. Она вообще как бы со всеми мутит. Вот она, конечно, мутная. Я думаю, в окне где-то. Ищем Мурмяу в окне. Там был эпизод, который показывали как рекламу с рыбками. Да я не хочу думать, не хочу задумываться даже об этом. Есть такое желание просто. Хотя надо еще Кену допройти. Блин, Кена, Horizon. Сколько неигранных игр. Я тоже хочу и в Кену, и в Horizon поиграть. Черт побери. Когда в это все играть? Где-то столько сил и времени найти. Так где этот котей? Куда она его поставила? Тут смотреться, обсмотреться. О, что-то наверху торчит. Не то. Да, женщина-кошка. Марвел чернокошка. А, это разные персонажи. Черт, я... Да, это же разные вселенные. Окей. Подождите, но есть же Бэтмен против Супер... Ой. А че, нет коллабы Бэтмена и Человека-паука разве? Есть же. Или это... Я запутался в этих вселенных уже. Мне казалось, что давно все слилось воедино. При вибрации граффити ориентируюсь. А, да? Ок. Что-то вибрации не было. Вибрация и граффити. Вибрация и граффити. О, о, где-то вибрация была. Кажется, там. Где-то здесь. Вон на. Текс. Господи, он меня испугал. Зачем тебе это, Фелиция? Ты же знаешь, что я поймаю тебя. Извиняюсь. А о чем мы говорили? Свободная кошка. Мутит с кем хочет. Ну тут не спорь, да. Прости, я забыл. День был сложный.
Нам закрыли финансирование. Да пора уже смешать все эти вселенные, чтобы все было воедино. А еще меня чтобы выстрелили любые коллабы, которые только возможны. Нас выселили из квартиры? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Это что? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Попытка ограбления инкассаторской машины. Нужно подкрепление в Хадсонтаун. Про Бэтмена черепашек не знаю, про Бэтмена Человека-паука нет. Да фанфиков можно, они, им надо брать примеры с фанфиков, там вообще все, мне кажется, есть. Я не считал, но уверен. Оказывается, этот крылатый преступник заболел раком. И его перевели в лазарет плота... А что, лежа, он не мог заболеть? ...платить, за которые, без сомнения, будут из городского бюджета. Так вот у меня вопрос. Зачем вообще на плоту есть лазарет? Это тюрьма для опасных маньяков. Пусть их болезнь идет своим чередом. Я понимаю, это тяжело. Как и мое налоговое бремя. Меня еще бесит Resident Evil 5, это цветовая гамма. От нее так глаза выпадают от этого желтого фильтра. Это как желтый фильтр в Fallout каком-нибудь, который тоже выедает тебе все глаза напрочь. А как там повыше забраться? Ладно, так побежим. Да, Скотт, было бы неплохо. Да, это максимально безумные коллабы. Подкрепление у церкви Троицы. Так, 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 так. Чё у нас здесь? Шея отваливается. Это одна из моих любимых. Я всегда считал, что сотовая связь уязвима к атакам террористов, так что здесь это проверяется. Сделай мне одолжение. А чё это такое? Это сигнал цифровой? Почему он визуализирован? Ни при чем. Есть ошибка в системе, которая вызывает помехи. И если я ее не устраню, вся сеть упадет. До этого работал. Тут пришел Человек-паук. Если он не устранит, то она сеть упадет. Настроить линзы на показ опасных зон. Нужно отремонтировать сотовые вышки, пока весь город не остался без связи. Красиво, кстати. Размер проблемной зоны меняется. Лучше быть готовым к неожиданностям. А я так понимаю, мне нельзя опускаться, да, ниже? Ничего себе! Ауч! Чё за хрень? Что это было? Откуда оно? Это я за линию вышел, видимо. Одна есть, но для решения проблемы надо починить ещё. Во все сразу, да, Оливер? Понимаю тебя. Мне тоже хочется все я сразу. Я могу использовать вертолеты для прыжков. Сейчас все держится на сотовой связи. Я так там в Бэтмене, кстати, полиция. По вертолетам перебирался. Сбой связи будет не лучше блэкаута. Надо торопиться. Скоро всей системе конец. Сейчас мои барабанные перепонки лопнут. А потом у всех остальных. Было больно. Есть. Но это только полдела. Как в том меме, да. Так, о, отлично, расширился диапазон. Оставить связь для всех, кроме людей, которые не выключают мобильные в кинотеатрах. А Человек-паук, ты злодей! Лапа! Ай, да я пытаюсь забраться наверх, игра! Чё за прикол? Я же был между ними. Нет? Вот было бы здорово, оставить связь для всех, кроме людей, которые не выключают мобильные в кинотеатрах. Ладно, я больше так не буду. Было больно. Тут все починил. Теперь у меня есть чуть больше времени. Есть идеальный план. Стать миллионером. Нельзя терять купить время. Купить много компов и запустить ситуация. На всех этих компах все игры, которые ты хотел когда-либо поиграть. И просто они у тебя будут постоянно запущены, а ты будешь, когда у тебя будет свободное время, проходить мимо них и поигрывать. Но свободного времени не будет, потому что миллионер. У миллионеров не бывает свободного времени. Они заняты тем, что зарабатывают деньги.
Ауа, я уже здесь! Я уже здесь же! Игра! Есть. Это прикол такой? А, успел последний момент обмениваться сплетнями в метро. И экстренные службы снова работают, что тоже важно. Прикольный эффект слева сверху был. Если бы сеть рухнула, Оскорб пришлось бы раскошелиться на восстановление. Им нужна эта станция в рабочем состоянии. Проект не пострадает. Так много жут, мне кажется. Или хотя да, стресс сколько игр. Если их будет слишком много, то да. Как майнинг ферма получится. Давай, чекпук, давай, чуть-чуть осталось. Так. Погнали, вибрацию ищем. А как на компе, интересно, люди вибрацию ищут? Бедный паук. Я знаю, что ты разочарован моим поведением. Но никому же не нравятся идеалы. Плохая кошечка, ар. Привет, кошка. Тут продают дорогие вина. Она развивается. Попробую опередить ее. Бесконечное собирательство. Как перестать это делать? Это все еще интересно. Как часто я твержу, что Человек-паук должен дать полиции ловить преступников? Как минимум 6 раз в день. И это только в выходные. И, наконец, это произошло. Офицер Джефферсон Дэвис не дал грузовику, полному вооруженных преступников, навредить невинным прохожим. А как же Человек-паук? Где о, нет. Самозваный городской герой. О, он же сам начал эту погоню в стиле боевиков из 80-х. Но закончить ее смог лишь настоящий как герой. Как боевик офицер подоспел вовремя и спас сотни жизней, несмотря на вмешательство Человека-паука. Да, не, ну вообще можно, если вдруг перехочется фармить. Я кивнул. Хотя бы есть выбор. Эти камеры не из дешевых. Если Фелиции нужны деньги, откуда такая расточительность? Да и ладно бы, ну, они же никак не помешают прохождению сюжета. Это можно на самом деле просто взять и забить, но не хочется. Get into the black. Киска где-то там, вон она. Ага, черная кошка любит играть с людьми. Особенно со мной. Главный вопрос в том, как перестать, если тебе очень хочется. Вот это да. Так, ну сюда мы вернемся как раз по сюжету. А так здесь их не так много, кстати, этих фоток. Да и выполняются они быстро. Блин, вот это ловушка Джокера. Они дают тебе миллиард активностей, которые выполняются за секунду. Но при этом добираться до них тебе надо полчаса. Но ты от этого все равно получаешь удовольствие. Зараза, научились же байтить. Это к вопросу о коллабах, да, скажет, нормально. Всем постам. Нападение на инкассаторскую машину. Всем машинам, происшествие на Бауэре. Еще если можно было бы... О, помните, в Драйвер Сан-Франциско была концепция, где ты катался по городу и мог вселяться в другие машины? В определенном радиусе. И был бы какой-нибудь город супергероев, где ты за супергероя или суперзлодея, неважно. Перемещаешься по городу и можешь вмещаться, внедряться. Как это сказать-то? Ну, короче, брать их под управление свое, а других супергероев, суперзлодеев. 10:34. Полицейские попали под обстрел. Внимание, нужно подкрепление во флет-айроне. Бежишь по канализации на черепашке ниндзя какой-нибудь, а там... Вселяться, да. А там, не знаю, сплинтер вселился, вылез из толчка, залез кому-нибудь в дом, а там женщина-кошка с Бэтменом обнимаются. Ну, короче, балдеж. В
Marvel Lego, а там все это было, да? Черная кошка была тут. Она все уже придумано это, до нас. Я поймал ее в первый раз. Или она меня? Это не может быть просто флиртом. Есть же приложение для знакомства. Она что-то задумала. Слушай, да все коллектаблсы это 101 флаг в Assassin's Creed. Кто-нибудь, кстати, собирал, пробовал выполнить, точнее, закрасить все граффити в GTA San Andreas? Я штук, наверное, 20 закрасил, забил. Один раз попытался, думаю, да чё бы и нет. Потом передумал довольно быстро, потому что это слишком скучно, однообразно, и тебе за это ничего не дает. Ты... Оу-оу-оу! Сколько времени это заняло? Все детство? А я не помню, они там по карте показывались, там же, наверное, карту надо было какую-то найти, искать. I see you. А где киска? А, вижу. Привет, кошка. Тайстоун тут хозяин. И здесь много бесценного искусства. Опасная игра, Фелиция. Ну, с этим не поспоришь. Тут, конечно, и возразить нечего. Не напоминаю про Сан-Андреас, у меня до сих пор флешбеки по битве за территорию. Самая бесячая битва за территорию, это то, что она там багуется как-то, я помню, были какие-то проблемы. Да и вообще, да, это не самое веселое занятие. Я по сюжету еще, самое тупое, что это по сюжету еще надо сделать. Какие-то районы отбить. Я вспоминаю это и с болью в мозгу. Но там на самом деле есть какой-то паттерн действий, который позволяет тебе довольно быстро их проходить. Ты там то ли от края играешь, то ли тебе нужно определенных челов устягивать вовремя. На сервере совсем нет места. Он почти переполнен. А это нарушит работу системы, и Гарри потеряет все. Нельзя этого допустить. Лучше распечатывать в одноклассницу. Рядом есть резервный сервер университета. А сколько там листов надо было распечатать? Отправлю данных туда. Не на одном? Но надо быстро перенастроить линию передачи и связать станцию с сервером. Я не помню, там граффити 100, 100 граффити на листе А4. Надо только подняться. Да, наверное, это многовато, скорее всего, по районам. Ладно, несколько районов по сюжету. Если все захватить, то потом их нужно и по второму разу захватывать. Да, там еще удерживать их надо, потому что их отбивают и, ну, то есть перезахватывать, по сути, постоянно. Это неинтересно. А что мне надо сделать? Чпук, я не понимаю, в чем твоя проблема. Следующее звено. Ага, ок. Включены вышки. А что мне надо сделать-то? Направьте луч. Окей. Прикольно, кстати. В смысле, меня подсвечивают? Так неинтересно. Продолжаем в том же духе. Клево. Правда, я чувствую себя суперзлодеем, который направляет лучи, чтобы растопить Готэм. Или что тут, Нью-Йорк? О, на время? В смысле? А где? А куда? Вижу. Понял, все, окей. Блин, с этими стиками. Приемник легко найти. Надо только подняться. Так, пора искать следующее звено. Ок. Есть. Продолжаем в том же духе. Чем занято все место на серверах Гарри? Похоже на цепочки ДНК, но... Над этим научные станции не должны работать. Ну почему он не зацепился? Я вот нажал... Ладно, неважно. Неважно. Ай, с управлением... Вижу. Гидрить пасты. Сейчас, подождите. Не могу это прочитать разум. Автограф. Да-да, конечно. Сейчас сожгу тебя лучом. Потом автограф сойдет. Какая разница, что на сервере, если все сотрется? Я занят, не до селфи сейчас. Уже близко. 30 секунд, нормально. Успеваем, 150 метров, норм.
Пиздец. Так они подсвечивают, так неинтересно. Куда, где, вот. Спокойно, спокойно. Не сразу заметил, что они подсвечивают. Не, я просто... Не, если бы они не подсвечивали, то было бы интересно искать, когда нет таймера. Когда таймер, окей, пусть подсвечивают, потому что задолбаешься искать. Все нормально, короче. Нормальная механика. Есть. Осталось перенаправить данные. Быстрее! Просто если бы не было таймера... А, я быстрее, так таймер-то закончился. Если бы не было таймера, можно было бы и так поискать. Было бы тоже неплохо. Но они решили ускорить. Ой, нет, я так не люблю все эти вот три в ряд. Соедини поток мочи. Так, ладно, хорошо. Посмотрим. А что мне нужно? Требую напряжения 2. У меня ноль. Пройти через эти две штуки. Окей. Изи. А почему не могу поставить здесь ничего? Не понял. В смысле? Да, там пентаграмма просто весь город. И Джей приносит фотографии с вертолета и говорят, вот человек-паук-то на самом деле сатанист. Да, да, еще, наверное, на кладбище ходит. Могилы раскапывает, скорее всего. Если воспринимать игру от Ubisoft как 5-минутки чисто потупить, то вполне норм. Когда не хочется ни во что поиграть или наоборот хочется постепенно потупить бессмысленно, то эти активности просто топ. Ну да, да. Да не знаю, Настя, но впечатления такие яркие в детстве, я думаю, можно было бы и запомнить. Ну, если бы оно мозгу отложилось. Иногда в башке откладываются какие-то совершенно неожиданные вещи, которые, о которых ты думаешь, да не, я бы это никогда не запомнил вообще в жизни. Нафига оно мне нужно, правильно? Так, эту штуку... А, вот оно чё. А, так мне надо повернуть это все дело, наверное. Ага, это не поворачивается. Хорошо. А это? Уже неплохо. Чё неплохо-то? Все плохо. А если я поверну? Хорошо. А, я могу их поворачивать после того, как что-то к ним подключу. Хорошо. Ладно, 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 ладно. Блин. Отмена. Галя, у нас отмена. Галя. Уже неплохо. Посмотрим. Так, что мы вышли 5? Ну, надо сейчас максимально бафать, хорошо, наверное, чтобы потом было еще вычитать. Культ барашка. Блин, в культ барашка надо поиграть. Слушайте, а сколько она стоит? Еще же... погодите, погодите. Часа до 5. Блин, еще ж... Ой... Сколько геморроя с этими играми. Она в Гоге есть? О! О! Вот все в Гоге куплю тогда. Блин, классно. Обожаю Гог. Лучший магазин. Так, надо 3, и тогда будет идеально. 3. Поворачиваем. Блин, надо, наверное, в другую сторону, да? Черт. Черт. Щищ.
Надо какую-то обычную отвернуть. Для этого нужно... Ну, вот это, например, заменить. Хорошо. Готово. Если в GOG купить, то будет ли доступен интерактив с Twitch'ом, да? Ну, должен, конечно. Вот и благодарность. А куда он денется? Работает. Там же авторизация через Twitch, а то не через второй. Хотя не знаю, ну проверим. Надо поиграть. Я бы не стал играть в игру про барашка, если бы не интерактив с Twitch'ом. Скажу Норману, что Гарри нужен еще сервер. Может, он тогда... не откажет, узнав, насколько станции полезны. Блин, не знаю, сейчас сделать либо упор на паучка, но завтра вроде бы... Я так понимаю, у нас на завтра планов нет, завтрашние планы перенеслись на пятницу, поэтому можно завтра либо что-то совместить с паучком, либо чисто паучка сдрочить, чтобы он уже чуть побыстрее проходился. И тот вариант, в принципе, приемлемый. А вот эти штуки, они пройдены, да? А, быстрый переход. О, да, это пройденные. Я открываю. Тут есть быстрые переходы. Задрочит павучка, бедняга. Да нет. Анимуша. Блин, еще же анимуша. Ё-моё. Не, не бросил. Я вообще не знаю, как во все успеть. Может, не начинать что-то новое, пока старое не пройдется? Тогда придется паучка и не мушу допроходить. Тогда барашек отменяется. Внимание, кстати, хорошая идея. Сначала бы пройти одно, а потом уже другое рваться. А то я так буду, как Грифон на миллион игр рваться. Но я уже кое-что понял о ее задумке. И ничего не допроходить в итоге. Кажется, это дом известного юриста. Работает, работает. Главное собраться с силами, с волей. Она ищет новые цели. Не хочу признавать, но кошечка умна. Кошечка умна. Паучок, а ты, я смотрю, с ней уже прям на ты. Каким Пашей? Хорошо. У меня язык сломался. Хорошо, Настя. 10:30. Инкассаторская машина. Подозреваемые в масках. Происшествие в районе Devil Shell. Я вот смотрю на этот город, и мне кажется, он обречен так же, как и Готэм. А, с Волей собраться. Сложные шутки. У меня мозг лопается на таком моменте. Она без дела не сидит. Но я догоню. А где здесь? Кого она будет грабить следующим? Граффити, вибрация. Граффити не вижу. Наверняка где-то есть вибрация. Это кто там сидит? А, я думал, человек-кошка. Или как она там? Кыска. Я не вижу. А, вон граффити. Но не то. Не знаю, что-то не вибрирует геймпад нигде. Нигде вообще ноль. Зира. Да не, не имя, просто язык сломался. Произнести ниже, где? Куда уж ниже? У меня ниже камера не опускается. А, вон она, да, действительно. Так, а где она кошку оставила? Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Где здесь? А, вон. Дом Корнелиуса Ванлайта. Я не могу. Паук так орёт, что я дергаюсь каждый раз, когда он говорит: «Нашел!»
Похоже, она работает. Это же страшно. Так, погнали дальше. Кого-то. Ведь проще было бы красть деньги. Вот Человек-паук не такой прохаванный, как Бэтмен. Он... У него все в деньги упирается. Не понимаешь, что у этих психов в городе есть еще другие цели, помимо денег. 34, сотрудники под обстрелом. Следуйте в Монг-парк. Морг-парк. Ой, это же у Терри Пратчетт было. Морг. Как это было там? Морг? По-моему, так и было. Морг-парк. Или моп. Блин, не помню. Все игры на платин, ты представляешь, Оливер, сколько это времени требует? И сколько нервов. И вообще, мне кажется, можно так очень быстро перегореть. Ты чё? Бэтмен, чё, может, секунду без Альфреда вообще ни одну головку не раскатает. Дед спасает всю ситуацию, хочешь сказать? Ну, не знаю, не знаю. Так и Альфред без Бэтмена ничего не разгадает. Если проходить не так много игр, то это немного. Ауф. Чипы, вживленные в птиц и других животных. Собирает данные об окружающей среде, как хотела мама. А еще улучшает GPS-сеть от Корп, как хотел папа. Короче, мама, папа. Наверное. Прости, я должен... Анг Морпор. Да-да-да-да-да, вот оно. Как... Этот прибор тут поможет мне выследить сбежавшего паука-бота. У меня все время язык ломается, когда я пытаюсь прочитать. Ладно, это я усилил сигнал связи на другом паука-боте. Он сможет отследить братца. Я потерял сигнал сбежавшего бота в том парке. Там и выпущу этого. Че там, лодка? Обычное Подождите. Дело. Выгуливаю в парке своего паука-бота, как все. Действительно. Там еще лодки плавают. Вообще рот порвется. Так, я в кустике выгуливать паука-бота. Хорошо, он поймал сигнал сбежавшего паука-бота. Настя, ты еще не Держу. Вернулась, да? Ты оттуда пишешь? В смысле, а что, залезть надо на нем? О, прикольно. Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. Ну а чё там? Не знаю. Спалил контору? Надо больше смайлов. Кстати, больше смайлов. Забыл. В узких местах. Эта труба забыл подходит. Создать тред. Настя, ты в анонсе можешь писать сообщение? Надеюсь, его не сбили. В обычный анонс. Пешеходные переходы Нью-Йорка небезопасны. Хотя ладно, я потом картиночку какую-нибудь придумаю, что-нибудь. Вон, забей, не надо. Я еще не знаю, как это обыграть. Не дам модер. Это вроде бы полноценная модерка, не? Тогда добавь записки, добавь доступ в анонсы. Что там еще есть? А если я напугаю птицу, она уронит паука-бота и сломает его. А этот голубь силен. Он в птичьей тренажерке клювом не щелкал. И вот мы в гнезде. Ух ты! Это же мой паука-бот! Я поймал пернатого клептомана! Теперь, когда я знаю, где они, начнем спасательную миссию. Мы сейчас на полном серьезе за Человека-паука. Походимся на птиц. Гарри очень помог мне в тот раз. Вот бы отблагодарить его. Придется доработать паука-ботов перед тем, как снова отпускать их на прогулку. Так, как там? Блин, а как врубить камеру? А, вот фоторежим нашел.
Так, у Человека-паука есть позы? Тип камеры, костюм, видимость героя, видимость врагов, показ погоды. Где-то здесь должны быть позы. Съемка изменить вверх-вниз, режим камеры. Линза, фоторамки, наложение селфи. Режим камеры, режим освещения, режим наклейки. А неужели ему нельзя позу никакую задать? Не верю. Не может быть, вы чё? Не. Значок эмоций, вот. Только на селфи, видимо. Только одна селфи режим. Ай, блин. Ладно, окей, я понял. Хорошо. Так, как режим селфача врубить? А как? Вот, нашел. Так, значит, это я, значит, тут накакал яйцами, отложил. Так, готово, поехали. Че у нас еще есть по пути? Кошачья фотка, изи. Уже почти все, кстати. Камера. О, вы из Англии? Не насидела, подарили. Какие еще будут варианты? Всем постам, нападение на инкассаторскую машину. Ноги у меня капец накачанные для такого дрища худого. Мне кажется, вот такие ноги, они у Дуэйна Джонсона. Черт, снова упустил. Ты сейчас гадаешь, зачем я вернулась в игру? Без всего Нет. этого жить было скучно. Моя цель 50 миллионов. Приятное круглое число, правда? Черт! Паук был прав, все-таки это из-за вот денег. Что. Но, если ты поймаешь меня, прежде чем я ее достигну, я все верну. Ты можешь спасти меня, паук. Тогда яйца это не очень. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. О, там два здания рядом. Райди фармилы. Вот бы можно было передавать ощущения от игры. Мне кажется, стриминг должен перейти на какой-то новый уровень, помимо словесного объяснения того, что происходит на экране. Надо передавать... О, вибрации, прикиньте! ОБС, плагин для ОБС, который передает на Twitch вибрации от геймпада. И подрубать... Это крутой стартап! Смотрите, еще нужно продавать брендовое кресло с вибрацией. Я понимаю, что вы подумали. Не-не-не, бросьте из головы эти мысли крамольные. Значит, продавать кресло с вибрацией, которое передается от игры. Быстро. Ну, правда, задержка будет. В этом районе много финансистов. Нужно придумать просто. Есть где поживиться. От донатов кресло вибрирует. От, значит, от алертов любых. Ну, там можно было кастомизировать. От паука тоже кресло вибрирует ваше. Прикиньте, вы подрубаете его через плагин по Wi-Fi, и все. Все работает. Блин, это крутая идея. Ребят, кто хочет замутить кресло вибрирующее? А может быть не только вибрация, может быть еще что-нибудь? Что можно добавить в кресло? Блин, нужен стартап. Будем кастомное кресло делать. Оливер, ты ж миллионер. Давай запустим линейку кресел. Ты представляешь, насколько поднимется заработок у АСМРщиц? Я сам стану АСМРщицей, если мы запустим в продаже их. Так есть же Omnibot. Уже все... В смысле? Что за Omnibot? Подожди, Энди, расскажи мне. А давай не надо кресло с вибрацией. Я смотрю, как твои жадные глазки просят, надо, надо. Давай, запускай. Жадные до эмоций. Блин, надо кресло, я тоже хочу такое. Я бы даже, наверное, пересел на кресло стримерское.
Ничего ты не видишь, все я вижу, вон у меня на третьем мониторе все. Так, что мне надо найти? Блестящую киску. Тогда шутка про твоя киска в зоне риска будет еще ближе с этим интерактивом. Я вижу граффити. Привет, кошка. Ей, очевидно, знакомы эти места. И у меня есть идея, как ее поймать. Если панда станет СМРщицей, то я согласен на кресло с вибрацией. А, то есть жаш-чатинг, значит, говно, играй в игры, и как все стримеры, а СМР, так, значит, кресло он купит. Нормально. Я буду жаш-чатинге СМР, хотя это одно и то же. Блин, совместить РП, АСМР и... Я вообще все совмещу, что только возможно. Самый главный гаджет вебкам модели, который вибрирует от донатов. А как называется? Омнибот? Я просто не знал. Ну, я знаю, что есть такие штуки, но не знал, как называется. Его можно настроить на что угодно, хоть на голос, хоть на алерты. Ядрить, а чё? А почему на Твиче никто этим не пользуется? Гарри изо всех сил пытался сохранить дело своей потому мамы. Что... Я понимаю, почему. Да, потому что я же не могу оргазм ловить на Твиче. Проблема, похоже, в сломанных переключателях. Это будет сексуализированный контент. Надо разобраться с ними, пока высокое давление не взорвало все здание. Привет, Джинс. Администрация заменит сломанные переключатели. Сейчас их некогда чинить. Здрасте. РП СМР с вибрацией. Это не просто РП СМР. Не, надо РП исключать вообще из идеи, из любых. Хорошо, давайте что просто. Переключатели снаружи. Джаш-чатинг с вибрацией. Метки выстрелы паутиной сломают их. Так нет, подожди, тут. Стоп, он не бот. Прикол-то в том, что вибрация это будет не у меня. А L2 и R1 это какая комбинация? Подождите. Я запутался. L2 и R1. Ну, я все правильно нажимаю. Спорим, завтра ясно. Шоу Джеймсона выйдет под заголовком «Человек-паук, злостный вандал». Вандал, вам дал, ему дал, тому дал. А куда нам дальше идти нужно? 11.15, 20 секунд. Чего? Подождите, что? А, так их тут дохренище висит. Надо вырубить все. Даже один я может понял. Устроить взрыв. Ясно, понятно. В здании слишком много людей. На эвакуацию нет времени. Нужно успеть. Ох. Если сломаю это, больших проблем не будет. Их легко починить. Котик говорит, ломать не строить. А у какого здания только у этого? А, вон же они отмечены по карте. О. Ну, здесь их нет почему-то. Твою мать, я просрал все время на то, чтобы выполнить этот квест. Ну это капец как неудобно, это просто ужаснейший сайт-квест. Это худшая сайт-активность вообще, которая могла быть. Их еще никак не подсвечивают. А, подождите. В этом видении, оказывается, подсвечивают. Ля. На карте я давно заметил, просто не так сложно искать. Ладно, нормально все, вот так вот можно делать просто. Все нормально, короче, я зря мошнил, понял, зря быканул, все, отставить. Отставить быкование. Какой скан быстрый. Я до сих пор не научился отпрыгивать от стены нормально. Ну, назад. А, это страдание, это капец, как неудобно делать. О, вижу. О, они пометили их наконец-то. А можно было раньше так сделать?
Я не успеваю чат читать, если что. Давай поучу. Ну это нормально все, последний остался. Ясно. Так, заберусь на крышу. Зачем ломать кондиционер, чтобы спасти людей? Все ради общего блага, Джулс. Потому что он вставляется. Ну короче, надо что-то такое придумать, что побольше вибрирует. Взять моторчики от геймпада, допустим, и засунуть их в кресло. Хотя для кресла, наверное, это будет маловато. Вырабатываться будет у нас от действий панды, и это будет самая большая групповушка, в которой я был. А у тебя большой опыт в групповушках? Интересно. Ну, кстати, я думаю, у всех это так будет. Блин, прикинь, ты поставил рекорд Гиннесса по самой большой групповушке. Хотя, я думаю, такой рекорд уже давно поставили, и твичом не перебить его. Паучье чутье молчит, как рыба. Все в порядке. А что он делает, Джулс? Пора сматываться, пока меня не заставили платить за это. Че по фоткам киски? Ничего нет больше. Вибрирует. Да понятное дело, а чего? Блин, ну может мы так хайпанем, что и на этом канале перебьем рекорд. Хотя это надо, прикиньте, сколько кресел таких продать. Не понял. Для этой научной станции требуется навык удар по земле, который можно приобрести на странице навыков. Понял. Так, навыки. Удар по земле это что? Где это? О, удар по земле. Все понял. Качаем. И пофиг, что там вообще есть еще. Блин, не хватает, твою мать. Сука. Вы что, фармить для того, чтобы фармить? Вы что, прикалываетесь? Поясница вибрирует. Не понимаю, зачем, когда можно вибрировать в... О чем мы говорили? Внимание! Интересно. Ограбление в коммерческой зоне. А какая самая большая групповушка ИРЛ? Сколько людей одновременно были вовлечены в это действие? Их записали в книгу рекордов Гиннесса? Эта станция нужна для проверки военной разработки Аскорб, технологии маскировки. Но не стоит проверять ее на боевых дронах. Кто-нибудь может... Про групповушки мы так не говорили. Так, надо протестировать. Сцены. Посмотрим, смогу ли я встроить маскировку в костюм. Maybe. Я, кстати, не смотрел. По-моему. Сработало! Энергетическое поле создает помехи. Невидимка. Это меня не устроит. Чекбук невидимка? Ах, протрите, простите. Но в режиме маскировки я смогу подойти ближе и запустить его. Просто втягивайся в нашу групповушку. В смысле, в разговоры. Не? Остановить дрон я смогу с 10 шагов. В режиме маскировки. Я знаю, но я не смотрел, блин. Ну, еще один фильм в очереди, возможно. В 400 какой-то там будет уже. Так, ну где есть режим невидимости? Подойдите к дрону и жмите R1. Яблочко! Теперь отключу маскировку, чтобы заработала паутина. Окей.
Ля, круто. А где второй дрон? Он где-то здесь. А, мне на него спрыгнуть надо, судя по всему. Понял, принял. Есть! Есть. Паучок, а тебе это нравится всякое там? Оливер до самого сочного дошел и скипнул. Это как вчера он ушел посреди второго фильма, который начался, в котором началось нормальное что-то. После мучений в других фильмах. Ну, точнее, в начале второго и в первом фильме. Тут главное не палиться. Прости, дрон, мне нужны эти. Прикольная данные. Механика. Кстати, она вообще не напряженная и довольно стелсовая при этом. Лучше ты, чем я. Это... Охренеть их тут. А как? Ай, запрыгнул. Так, видимо, отсюда надо прыгать. Запрыгни ты уже, чекпук. Я, меня бесит иногда. Появляется иконка, а он не хочет запрыгивать. Так, хорошо. Как здесь себя запульнуть? Пойду другого пока активируем. Блин, Оливер не спойлерит. Ты этого не ожидал, это да? Это было близко, да. Чуть не помер. Дед Максим. Нет. Так, я знаю, что я сделаю сейчас. Простите, неотложное паучье дело. У меня есть идея. Блять, не работает. Как же бесишь, паук. Сука такая, мразь. Вырубись, вырубись. Я что-то зафейлил. Вечно я все ломаю. Так нет, я что-то про человеческую многоножку там плюс-минус слышал, но я не знаю, что там было и когда, и где. А после, в принципе. Понял, зря боканул. Так, ясно. Ты что, дурак, Человек-паук? Что ты делаешь? Еще один повержен. Так, вот это самый прикольный, мне кажется. Ой, идиот, здесь просто не нужно торопиться и потихонечку всех убивать. Человеческая многоножка. А не там разве что-то сшивали? Про парфюмер. Ну, а там не было такого? Самый прикольный. Яблочко. Да. Теперь отключу маскировку, чтобы заработала пунктура. Ой, нет, они все заново. Так, хорошо, я буду преть более аккуратен. Я бы Человека-паука уличным артистом называть. Баба! А, так вот как их нужно убивать. Надо просто красиво нырять, и норм будет. Стример о чем говорит? Я забей, я о своем чем-то. Мне казалось, что я... Мне казалось, что в парфюмерии есть что-то наподобие человеческой многоножки, которую спародировали в Соус Парке. Да.
Я вообще удивлен, что вы что-то понимаете из того, что я говорю, так что это уже нормально. Эти кнопки перепутал. Сзади маленький. N4ST3N, да. Парфюмер и многоножка. Это два разных фильма. А, да? Парфюмер. Крутой, красивый. А многоножка. Это многоножка. Ну где швали кого-то жопой к лицу, лицу к жопе, и вообще все такое было? А, это не в этом... Все, понял, ладно, все, я вас понял. Я просто думал, это все в одном фильме было. Лучше ты, чем я. Ты этого не ожидал, да? Так, ладно, одного я хотя бы уничтожил. Хоть что-то. Вечно я все есть. Ломаю. Есть жизнь, брат. Ай! Еще один повержен. Надо подлечиться, надо подлечиться. Ударишь меня, бей меня, мне это нравится. Можно вычеркнуть. Так фильм, что ли, назывался «Многоножка»? Вы гоните, что ли? Не было такого фильма, вы сейчас выдумали его. Он по-любому назывался как-то по-другому. «Многоножка» — это пародия в «Саус Парке» была. Ладно, как скажете, вы лучше шарите фильм. Наверное, так и было. Придурочные. Сначала врубаешь невидимость, а потом уже взлетаешь. Яблочко, теперь отключу маскировку, чтобы заработала паутина. Есть! Как можно было так обосраться? Встречать человеческой многоножки. Человеческой многоножки. Нидерландский фильм ужасов, снятый в 2009 году. Все, я понял, да. Прости, дрон, мне нужны эти данные. Да, это, видимо, самое сложное задание для меня будет, или что? Как можно так факапить? Так, без паутины. N4ST3NK. Так же, как и в прошлые два я. Раза можно было обосраться. Так же и тут 0-0. Спасибо за поддержку, да, действительно. Обосраться это я мастак. Чекпук, ты... Ебанько? Или чё? Или да? Ты можешь прицепиться за этот стол? Я не хочу крутиться вокруг него. Я думал, тут все тебе... Все тебе про пародию из Саус Парка затираем. Да, да, я так и думал, реально. Я думал, меня троллите. Хорошо. Я уже плавленный. Я вообще изначально был плавленный, но сейчас я еще более плавленный, чем изначально был. Кто это сделал? Кто это сделал, признавайтесь. Оливер, сырок. Блин, есть захотел сырка. Вечно я все ломаю. Еще один повержен. Можно вычеркнуть. Вычеркнуть.
простите. Лучше не вычерпывать, конечно. Я буду аккуратен. Взбодрись. Да я не могу уже взбодриться. Уже время слишком много, чтобы взбодриться. А боевые дроны, это законно? Я бы с радостью. Это надо было делать немножко раньше. Стиль крадущегося паука. Да Колливер старый пердун. Так, спокойно, спокойно, панда. Не твори херню. И все будет хорошо. Просто прекращай ее творить. Остался один дрон, давай, не зафейлись. Надо всего лишь не зафейлиться. Маскировка, это весело. Отлично. Но жаль лишаться паутины. Надеюсь, Аскорб поймет, что боевые дроны в Манхэттене это неплохая идея. Но верится в это с трудом. Теперь у них есть все необходимые данные. Да, кстати. Мне тоже иногда так кажется. Да так и есть. Я говорю, лох, что ты делаешь? Как можно так... О, подождите, мы все выполнили? Да не, не может быть. А технологии маскировки стоит доработать. Или мы просто на квесте, станция сейчас горит... закончатся значки обновятся, наверное. Вы погадаете? А, понял. А если они исправят ошибки, то у меня может появиться костюм невидимки. Пум-пум-пум. Пу-пу-пу-пу-пум. Пум-пум. Пу-ру-пу-пум-пум. Оливер просто много опыта в этом деле. Еще и на публику это делает постоянно. Ребят, давайте поставим. Управляет этой погоней. Давайте поможет мне ее найти. Баллы. Если проследить, как она выбирала места преступлений, я смогу вычислить, откуда она начала. По фестивальной шкале баллы скучности стрима вообще. Стрима, стримера, чат и всего вот этого. В целом, всего происходящего. Я бы поставил 10 из 10, мне кажется. Да, 10 из 10. Ладно, не 10, ладно, бывало еще скучнее. Хотя нет, мне кажется, скучнее уже не будет. Где ноль, точнее один, это, ну, типа, да не так скучно, в принципе. А 10 это капец как скучно. Как вообще так можно вести стримы? А 10 это дно или это супер отлично? Это дно. Самое донное дно. Я просто хочу понять, синхронизированы ли мы... Все здесь сейчас. Все ли думают так же, как и я думаю я. Меня все устраивает. Просто я очень уставший. 0 из 10. Так я вот тоже очень уставший. Мне кажется, от этого очень скучно. 4-5 примерно. Это, да, это нормально. Но 0 из 10. Да не, не может 0 из 10 быть. Сейчас вообще ничего не происходит. Я не знаю, это скучнее стрима не видел в жизни. Ладно, скучно, еще более скучно, плюс душно еще было на стриме, наверное, по какому-нибудь Dark Souls, где я постоянно машнил на то, что игра говно, она вся кривая и все такое. Просто амеба, да это нормально. А может быть поэтому тебе норм, потому что ты синхронизирована? Мы летаем, болтаем, кайф. Ну, хочется чего-то большего. Типа, летать, болтать можно на любом стриме. А хочется чем-то отличаться немножко. О, нашел. Всегда вот хочется она. Какой-то... Я не успел опять он перехватить ее здесь. Уникальности. Зато это стрим не может быть 0 10, это же не РП. Чел! А, подожди. 10 это дно. А, ну да, все правильно, все правильно. Подожди, что? Ну да, да, все верно. Я даже сосчитать не могу простую математику. Кстати, я давно не сохранялся. Прикинь, сейчас игра вылетит, заново все это делать. А, сохранить.
На пучке норма, на танках я только слушал и в чат поглядывал. Ну, танки, да, я согласен, танки вообще бесконтентные. Хотя для любителей мехов, наверное. Ну, все для любителей. Мне кажется, твич, стримы, общение на твиче, интернет, это в целом все на любителя. Вопрос в другом. Ваши это или ты нет? Которые достаются, скажем, хором, человеку. Ну, по шкале унылости. Ноль не уныло, здесь уныло. Нашу полицию. Давно я кульбиты не выписывал в небе. Не знаю, сколько по 10-бальной шкале, но мне нравится стрим, я даже играть не хочу, и чатик живой. И, кстати, себя поймал на мысли, что иногда чат настолько быстрый, что мне некомфортно. Ну, я просто невозможно непривычно, это знаете, как зайти к стримеру, у которого 1000 онлайн, и там просто вот так вот все бежит. Я просто не вывожу. Да, да. Ну, на безрыбье рак, рыба, но я с тобой согласен, что даже мехворио про мехов такой, типа. Это одна из моих станций. Следит за качеством воды. Когда там что-то вредное, она сообщает. Так что там, Скотт, твоя оценка сколько? Я опять разорвался. Не хватало времени. Как будто Гарри о чем-то умалчивает. Надеюсь, он в порядке. Эти водоросли уже убивают рыбу. Что если такое их не остановить, они быстро доберутся до вершины пищевой цепочки. В лаборатории Гарри я приготовил вирус, Эйвери, который нападет звон, на них. Но мне нужен образец водорослей. Эвелон. Нужно срочно к озеру. Не соглашусь, я играл, я говорю, для меня лучшая игра про мехов, это старая игра, которую я у мамы на работе играл. Там было просто поле и мехи, там это было сделано классно. Но это мои детские воспоминания. Я прослушал, что мне нужно сделать, кстати. И сел в лужу, как лох. Текстурка, наверное, не прогрузилась, да? Такой резкий край. С пивом покатит, пусть даже пива нет. Но с пивом все покатит. С пивом даже танки покатит. Вот мне кажется, они только так и катят, кстати. Надо пробить стенки клеток. И вовремя я успею только с помощью чисто гравитации. Для попиластников. Проще всего будет спрыгнуть с высокого здания. Здания? А самое высокое тут здание Оскорб. Ну-ка, подожди. Сейчас было бы время, сделал бы это в лаборатории. Не, она слишком резкая. Чё, угораешь? А, хотя... Блин, да, действительно, тебе нет здания. Лососны тунца. Да я тут вот сейчас на прошлой миссии лососовал тунца. Я даже говорить не могу нормально. Настолько стрим пососный. Аккуратно! Погодите, здание Скорб, а не здание Авенджеров? А чё он мне не цепляется? Я снова себя поймал на мысли, что у меня синдром поднятой головы на этой игре. Это как раньше, когда в батлу играешь, на самолете летаешь, вот так вот. И сейчас я для того, чтобы посмотреть наверх, я голову поднимаю зачем-то. Это все камеры, не дают контроль полный. Кстати, вот знаете, в чем плюс игры на клавиатуре и мышки в эту игру? В том, что ты полностью контролируешь камеру. А, 100 метров всего лишь? Серьезно? Мне на 100 метров надо было подняться? Зачем я так высоко поднимаюсь? L3 это что вообще? Что? Я что-то не то активировал, блин. Да, получилось. А теперь то же самое снова. Я от этого не в восторге. Что происходит? Но повторим. Что происходит? Поднимитесь на верхушку здания, высота не менее 250 метров. Да легко. Пойду туда. Надо еще ниже. У меня паутина всегда дрожит. Так делаю в играх. Я после скольки-то часов в батле, после того, как очень много-много налетал... да я понял, Оливер, я так... Я понял, что активировал. После сколько-то часов в батле я уже перестал это делать, просто привык к этому.
Ну вот эта игра, или, возможно, отсутствие опыта в батле меня снова склонило к этому действию. Я так понимаю, по токсичности цвета этого здания, наверное, это здание Аскорпа, да? Ну, 250 метров. Вы что, угораете? Только что было 250. А, надо пролететь 250, ясно. До сих пор так в элитке дергаюсь в сторону туда-сюда. В элитке меня не заставляет дергаться, потому что там нет горизонта. Это обычно происходит, когда есть горизонт. Не знаю. А почему сбрасывается? Это прикол такой? Или мне ничего нажимать не надо? Нажмите L3. L3 это... А, это вот эта кнопка. Окей. Форцу, когда катаю, периодически замечаю за собой, что в особо душных катках я, как и в детстве, в поворот поворачиваю телом головой. Жесть, я думал, все уже давно избавились от этого. Я говорю, меня вот от этого батла отучило, я уже давно перестал так делать. По токсичности этого здания ты только что был в штаб-квартире дотеров. По цвету токсичности этого здания я только что был в своем доме. Простите, обычно я бегу на паутине. Я, между прочим, преодолел высоту 250 метров. Почему оно сбрасывается? Объясните мне. Сработало! Есть. Сейчас бы еще тошноту унять. Скорее к озеру и выпустить это. У Человека-паука тошнота от прыжков в высоту? Чего? После таких кульбитов, чел, не верю. Зачем ты ушел от первого здания-то? Они же вышли. Ну, я просто решил разнообразить и прыгнуть с другого. Вот так. Лекарство от токсичных водорослей. Безвредно для прочих растений. Что хорошо, а, потому токсин. Что голый парк — это парк. Какой я тупой! Боже мой! Мне надо пройти тест на IQ. Я даже не подумал об этом. Суперспособность — прыжок мешка с говном. Это я, кстати. Надо больше отдыхать, согласен. Тут что правда, то правда. Да я и так, блин, не стримлю практически. По 3-4 часика. 4 раза в неделю и 5 так отдыхаю. Надо научиться отдыхать для начала. Что у нас здесь есть еще? Да, вон еще фармить. Нахер сюжет вообще в этой игре? А, кстати... А, блин, ну мы с Nobody об этом говорили. А, не, я же вам тоже рассказывал. Мы когда трейлер смотрели с Gamescom в действии с Nobody. Мы, короче, ну я пришел к выводу, я так и что-то не знаю, Nobody согласится со мной или не согласится, в том, что вот сейчас современные игры, они очень красивые, в них там отточенные механики и все такое, там вроде бы все есть, и разнообразие миссий, геймплей и все такое, но не хватает мотивации для того, чтобы проходить дальше. Внимание. Даже вы если это какой-то фарм, да? Вот это та игра, которая дает тебе интересный сюжет, по которому ты можешь пойти, но при этом вся сайд-активность, она прикольная. Ну, то есть ты ее можешь выполнять, и всегда ты знаешь, что у тебя есть нормальный сюжет, по которому ты можешь пойти. А вот эти игры, которые типа Dark Souls, там нет нормального сюжета, там тебе надо 10-часовой разбор видео на Ютубе смотреть по сюжету, чтобы понять, что там происходит в игре, тебе ничего не расскажут. И, соответственно, тебя, ну, конкретно меня ничего не мотивирует их проходить. И я только что понял, что вот это игра, которая дает тебе ту самую мотивацию, которую подали на панели намного больше напряжения, чем нужно. Если не исправить это, они взорвутся. Люди могут пострадать, а станцию просто закроют. Электропаутина может отключить эти панели, перегрузив питание. Мне надо поторапливаться.
Ну, Оливер, они... Мне кажется, как минимум... Чего? Эл, чего? А, понял, как тогда. Они как минимум, мне кажется, дают понимание о том, что человек может... Так, ага. Человек может в логику. Какие-то банальные задачки на логику решить. Соответственно, он уже не тупой. Нам стоит вернуть рисованные щиты. Запорол. Электропаутина может. Зато в начале пятого кто кого утаптывает. Утаптывает. Настя, тут, конечно, слово подобрала. Утаптывает спать. Мне нравится это слово. Может, однажды они сделают щит с моим лицом? Без подписи угрозы. Паучок. Когда выходят фильмы, твоих щитов с твоим лицом очень много. Взрывы привлекут слишком много внимания. Тут и так все цветастое, еще заставляют, блин, мониторы врубать. О, кстати, возвращаясь к теме про цветастость, про которую мы сегодня говорили, про Fortnite, вам не кажется, что как раз таки Человеку-пауку это идет? Че какие-то летучие мыши полетели, как от Бэтмена? Я не могу справиться с управлением, он меня прилипает не туда, куда нужно. Огромных электропанелей. Нужно попасть в каждый щит. В каждый щит? Да хорош! Сколько еще этих щитов? Отпрыгни давай. Пластецкий остался, нам да? Нам стоит вернуть рисованные щиты. Успей, успей, успей! Одна секунда, да! Нет, с другой стороны! Да за шо? Последний щит. Собака! Последний щит остался. Не, ну... Я так заметил такие беды с башкой большинства стримеров. Но я пытался поиграть и читать чат в Дисе, когда там активно переписывались. Я тоже так тупил. Электропаутина может отключить это синдром стримера. Я не знаю, к этому еще можно привыкнуть? Мне надо поторапливаться. Надо опытных стримеров поспрашивать. Надо подкаст с опытным стримером замутить. Как вам идея? Нужно попасть в каждый щит. Слушайте, о чем можно со стримером поговорить? Какие вопросы можно задать стримеру? Это ж вообще, ну, типа... Это люди, которые ничем, блин, не занимаются. Не, ну есть какие-то, наверное, стримеры. Ну, хотя нет, у всех стримеров есть хобби. Можно слоумо? Спасибо. Здесь немало целевой аудитории. Стример спрашивает у стримера. Какая твоя профессия, стример? Даже не представляю, о чем можно спрашивать стримеров. Взрывы привлекут слишком много внимания. А что вы хотели узнать у стримера, у которого много опыта? Ничего. Мне кажется, только другие маленькие стримеры хотят что-то узнать у стримера, у которого больше опыта.
Я знаю, какой можно вопрос задать стримеру с большим опытом стриминга. Не заебался? Когда работать пойдешь? Что-то такое, наверное. Может, однажды они сделают щит с моим лицом? Без подписи угроза. Надеюсь, теперь они разберутся, как правильно питать эти щиты. И это должно сэкономить Оскорб немало денег на электричество. И станция продолжит работать. Да. В игрушки свои наиграются, кто... Господи! Что с тобой не так, паучок? Пошли. Все нормально вообще. Спасибо, Нэ, за то, что держишь курс. Ой. Как это с твоих глаз выглядит? Аж больно стало. Паучок, а тебе это нравится всякое там? Прости, тупой вопрос. А вы разве не должны? Что всякое? Покажи, нюхай бебру. Лицо, мерзкий злодей. 2-5. Человек-паук, обернись. Чё? Чё там? Кто? Что? О, кстати, ни разу не был в подземке здесь. Здесь есть подземка? Кого? Ага, можно проехаться на метро. Вау. N4ST3N, когда ступеньки на лестнице не на одинаковом расстоянии друг от друга находятся. Вот кажется, что с ногой вот это происходит. Спасибо тебе большое. Я понял, о чем ты. Кажется. Всем постам, вооруженное ограбление. Ответьте. К нам поступил вызов из Намада. Катсцены? В смысле, я их выключил? Подожди, а где это? А где это врубается? Игра, наверное. А, возможность пропуска задач. Сцены быстрого перехода. А, вот это, наверное. Экраны с советами, не-не-не, спасибо. Вам что-то подсказать? Не против? Наверное, потому что плойка не успевала подгружать. Ты откуда это взяла, Настя, про пердечные средства? Всем постам, сообщение о совершающейся наркоделке. А вы точно доктор? Прием. В смысле, что-то было, да? Это какой-то локальный прикол наш? Ужас, я опять все забыл. Сейчас за мем шаришь, вообще не шарю. А когда мне их смотреть? Я только новости успеваю читать, то не всегда. Я же занятая колбаса деловая. А чё на плойку четвертую нельзя поставить SSD-шник какой-нибудь? Я тут, кстати, узнал, что PS5 стоит от 50 до 120к. Это правда? И потом еще игры по 10к на нее покупать. Это что-то за ПК-гейминг говорили, что он дорогой. Как можно не знать про предыдущий стилисту? Я думал, это ну просто коверканье слов. Я не знал, что это мем. Ну, мемы в женских форумах не так часто выходят, знаете. Там всего-то по 5 штучек в день, из них 2 смешные. А остальные супер пошлые. Там на женских форумах такое творится, ребят. Лучше вам не читать этого.
Покупать? Кого ты там покупать на плойке собрался? Не знаю, игры, наверное. Чё, а, игр нет, да? Блин, у меня в глаз что-то попало. Если ты сделаешь 10 быстрых перемещений, ты получишь отбивку. Любитель метро. Ачивку, наверное. Наверное, срал я на эти ачивки. Но прикольный момент. Я могу ссылкой поделиться. На что? На мем с сердечным приступом. Она измеряет загрязнение воздуха лучше, так, чем что-либо в этом городе. Ага, что? Покупать же нельзя, да. Ну, не знаю, бушная, наверное. Так если а чё, консоль-то реально столько стоит? В воздухе здесь слишком много сернистого газа. Кто насердел? Тут? Говорит, что все дело в выхлопных газах. Сернистый пердист. Если взять пробы, я смогу узнать модель двигателя и сообщить, куда надо. Это безумная цена. Вау. Юля, так вы стример. Ничего себе, не знал. А что ж вы молчали? Привет. Здорово, Ля. Здорово, Иван. Ничего себе. А что стримили? А мы тут пердечное средство половим. Устали немножко. Ура. Здорово, Детвайтер. Ничего себе. Надо сказать, коллеги есть. Или, может вот быть, я знал, но забыл. У меня такое бывает. У меня режим деда включается довольно часто. Это мне не на пользу. Играли в «Радугу», потом смотрели фильмы, играли в «Гартик». Блин, вы из тех, кто смотрит фильмы, так, англича, но не очково. Еще парочку проб. Хотя, чего сейчас очковать в наше время? Ух ты! А за пошел! «Гартик», что-то мы миллион лет, кстати, в «Гартик» не играли. Ну, вообще, во что-то такое. Блин, «Радуга», мультиплеер, все, чего я избегаю на Твиче. На дне Твича, да? Мы все на дне Твича, я же тоже. И еще Твича, парочку. Нормально. Я думаю, что дно Твича это самое интересное, что есть на Твича. Я вообще в топ Твича не захожу. Потому что на дне интереснее всего. Там самые интересные люди, самые... Осталось я не люблю слово «ламповые». Главное, самая уютная комьюнити. Вот так. Кстати, играя в «Радугу», похоже, у нас три виновника. С «Гартиком» понятно, но играя в «Радугу», мне кажется, нельзя разгонять мозги, смотря фильм. Подождите, а что вы смотрели? А что за фильм смотрели? Как будто я снова в «Бьюгл». Вот в «Дискорде» фильм смотрели. Жизнь тогда была куда проще. Какие-то одна смелые. Есть. «Воздушный бой»? Это фильм такой? Как же много, я не знаю. Мне кажется, знаете, вот кто-нибудь называет какой-нибудь фильм, и обязательно человек, который: о, я знаю все фильмы, я это смотрел, все смотрел. Хороший, а я из тех, кто вообще ничего не знает. Мне сегодня про парфюмера сказали, я такой: это человеческая многоножка, да? Меня просто засмеяли. Заказ. Блин, прикольно, можно заказать на бан. Я заказываю этих анимешек, которые я терпеть не могу. Но я просто монетизирую анимешников по максимуму, поэтому. Слава богу, что их давно не было. Ля, упал. Чатом играть классно. И мы что-то почему-то давно уже ни во что не играли. Надо бы что-то придумать. А, ну мы в этом барашку хотим поиграть. Отправил. Забыл, как называется, что там про культ. Такой вот я сосед, эколог, человек-паук. А чем вас Юля обычно занимается на стримах? Так, ей заказывают фильм, она играет в «Радугу», значит, да, вот «Cult of the Lamp». Так во что? КС, Valorant. А, мультиплеер, короче, да, я хотел продолжить мысль, раз ты играешь в «Радугу», значит, скорее всего, мультиплеерный проект. Я что-то из мультиплеера только съевчий в как он, Fortnite поиграем, что странно для меня.
Мне кажется, те, кому за 30, должны на Твиче играть в танки и под пивко. У меня очень плохие шутки, не буду говорить. Знаешь, я думаю, нас уже ничем не удивить. У нас тут по КД шутки про пердеж, секс, что еще? Чат, про что мы шутим? Ну, все темы, которые знаете. А, ну РП еще, ну вот так. Ну да, самые неприличные темы поднимаем. Ну, пердеж я в первую очередь упомянул. О нет, я к сюжету пришел случайно. Пи-па-пу-пу. Блин, хватит уезжать от меня. Всем постам. Простите, ну, конечно, вовремя. Мы, кстати, через 10 минут уже заканчиваем. Пойду смотреть, что вы там стримите. Как вы там стримите. Итак, множество свидетелей говорят, что человек-паук... И да, спасибо за рейд, кстати. Гордо. Добро пожаловать. А то я как-то невоспитанно себя веду. Пора за дело. Новичок там. Важны все точки на карте. Также жертвы стоит, краж, да. Их адреса. Ой, что я чуть не сломал. Новичок там, в смысле, на канале Юли с рейда пришел. Блин, прикольно, прикольно. Оказывается, с рейдов кто-то остается. Мне кажется, большинство людей они просто забирают баллы, какие у кого на канале. Кажется, тут живет Лонсом Пинки. Воровать у певицы кантри весьма креативно. Было бы херово, сразу бы нормально. Еще одного хватит. Знаешь, у нас было такое. Периодически приходят залетные, которые тут же бан получают. И им нормально, они кайфуют от этого. Стрекому рейд. Ну, я так в целом глобально про рейды. Они... Не то чтобы работают. Алло, я тоже с рейд зашел. А, даулер? Обалдеть. Подожди, с какого? А, ты от Алинки фанмист, наверное, да? Да, блин, ну да. Ну не, там-то мы же пересекались еще в РП. Алина там пытается решить проблему, как стримить на Трова и Твич одновременно. У нас же 33 боё забанен. Ну, то есть мы забанены. Ну, в смысле, как страна в сервисе. Если кто-то знает способ, подскажите, я ей передам. У меня было несколько идей, но не знаю, сколько они ей помогли, работают ли они. Привет, Вит. Спросить будет. Эта станция отслеживает напор воды в каждом отдельном здании. Я сюда вроде с рейда остался. Блин, все-таки рейды работают. Ничего себе. Просто многие даже забывают... они иногда даже не знают, как они тут оказываются на канале. Напор в этом здании больше, чем в остальном. Надо понять, почему. Фоллу вообще уже не говорю, чтобы кто-то прожал. Водонапорные башни подключены к трубам на высоте четвертого этажа. Посмотрим, уходит, просто где тут проблема. Да и сложно, знаете, вот сидите тут вы в порядке. Сидите вы на своей проблема волне, вот сидим сейчас на ниже. Паучке. Мы кого-то рейдим и... О, привет! О, здорово, Чупанибрей. Мы кого-то рейдим, а там совершенно другая атмосфера, и очень сложно переключиться. Хотя рейды сама по себе прикольная штука. Я так тоже довольно много интересных людей находил. Даша, неси вкусни, вкусный. Иван, спасибо за фоллоу. Как я неправильно прочитал, по-любому. Даша, неси вкусный. Вот так, наверное. Как люди в РФ рестримят, если закрыта такая возможность? Рестримят через рутинчат, допустим, можно рестримить. Можно какой-то локальный сервак поднять, если у тебя интернет позволяет и железо. Даш, спасибо за фоллоу. Вкусный? Вот в чем тут дело. Кто-то повернул Даша, меня. Неси вкусный. Это легко поправить. Блин, сложно будет запомнить, у меня уже... Так, не должно было ассоциация отложилась. Исправлю-ка я тут все, пока Джеймсон не прознал. Есть другие способы. Еще плюс, я говорю, я опять же слышал, что на рестрим IO нельзя зайти. Но если, допустим, через VPN зайти или стримить уже
там видеоданные, то вроде как можно, но это не точно. Что я делаю, объясните мне? Паучок. Вот так. Блин, как назло с другой стороны. Зовите меня паук-водопроводчик. Сделано. Но нет, я сейчас много слишком упущу их. Почему они оказываются с другой стороны, как назло? Успел. Нет! Пусть неизвестно в узких кругах интернета лакомство кота Вукана. Блин, я не в курсе. Первый раз про такое слышу. Прикольно. Ох уж этот узкий интернет. Постоянно что-то найдется интересное. Обошелся без скотча. Так, я по себе знаю, что после стрима обычно, если кого-то рейдишь или не рейдишь, ты идешь кушать. Поэтому, Юль, приятного тебе аппетита, если ты еще здесь. По-любому кушать будешь сейчас. Как без еды? Но личное мнение, зафоловиться несложно. Не понравилось — отпишешься. Маленькие стримеры очень больно воспринимают отписку. Знаете, как у них болит сердечко, когда они видят минус фоллоу? Надолго этого не целом... хватит. Давление тут чересчур высокое. В целом насрать. Как будто ну, сток перекрыт. Фоллоу вообще ничего не значит. Проверим выводящую трубу. По большей части. Выводящая труба ведет куда-то вниз. Они ничего не дают. И... Надо посмотреть, ну, хотя, не наверное, ли дают, ее. Но... Типа, гляньте на количество фолловеров, на количество зрителей, вам все станет понятно. Кнопка не бесполезная, но... В целом... Маленькие стримеры очень болезненно воспринимают, когда от них кто-то отписывается. По себе знаю. Вопрос. Это при том, что мне совершенно насрать на количество фолловеров. Теперь Оскорб не сможет отрицать, что станции Гарри полезны. Ну, сейчас точно пойдет. Давай, да. Приятно аппетит. Блин, нам тоже надо уже заквадрачиваться. Тем более сайт-квест еще один выполнен, самое время закруглиться. У меня уже сушняк, язык не поворачивается, он так не поворачивался. Пи-пи-пу-пу. Чё? Чё у нас тут есть еще поблизости? Наверное, сегодня уже ничего не успеем сделать. Ой, шея прям отваливается сегодня. Раз киска. А, все, последняя киска. Погнали, последнюю киску сфоткаем. Поползем, может, тоже к кому-нибудь рейдам сходим. К самому сексуальному голосу на Твиче, может быть, сходим рейдом. Если он стримит. Это что-то давно не рейдили. Тэпнис. Да ладно, тут долетит. Говно вопрос, тем более там просто фотографировать надо, а так еще и опыты подзаработаем на виражах. Все равно поболтаем по пути. Не стримит. Эх. Люди в масках напали на инкассаторскую машину. Всем... Вы уже слышали, что Человек-паук специально ищет облака смога, чтобы в них прыгнуть? Это что, поведение здорового человека? Откуда ты все знаешь, Джей Джей Джей? Что происходит? Когда я был молод, а где этот рейтинг? Сейчас, я уже забыл, о чем я говорил. Рейтинг чего? Я бы сказал, что Человек-паук действует по схожему принципу. Но вдыхание токсичных веществ разрушает его мозг. Что, признаться, немало нам объясняет о Человеке-пауке. Он прыгает по городу... Сексуальных стримеров? А, так он чисто мой личный. У меня есть парочка сексуальных стримеров в подписках. И тебе, Настя, тебе. Внимание машинам! У нас тут 10-10, наркодилеры. Нужно подкрепление в Брайанте. Подтвердите. Ты про ВЛГ? Нет. Ну, ВЛГ, конечно, сексуален, но я-то говорю, я больше про дно отвечаю. Я же говорю, я не по популярным стримерам. И мне хватит данных, чтобы найти черную. Я люблю искать каких-то супер нишевых стримеров, которых никто не знает. Она собрала около 49 миллионов. Если успею до 50, она обещала исправиться. Нюк? Кто такой Нюк? Не знаю таких.
Заманчиво. Ну блин, он не стримит. Как-нибудь в другой раз вам покажу его. Кого-нибудь найдем, если кто-то есть. Блин, мне очень не хватает музыкальных стримеров на Твиче. У меня есть одна стримерша из Нидерландов. Да, Шанна Нина. Капец, как она давно не стримила. Я прям скучаю по ее музыкальным стримам. Что-то я не вижу, где. А как какать? О, что-то свибрировало. Где-то здесь, вон, вижу. Понял. Черт. В этой галерее выставлен янтарный тигр. Он один стоит мне миллион. Не Nintendo Boy. Надо прогнать мой алгоритм и найти Фелицию. Это, конечно, ниша, но не настолько. Не знаю, вот Nintendo это уж прям такой надо андеграунд, который совсем не для меня. А, нифига. Не-не-не-не-не, на этот квест мы пойдем уже в следующий раз определенно. Надо подумать, что у нас завтра будет. Я думаю, мы завтра две игры совместим, Паучка и... Чего-то еще было в планах, не хочу загадывать. Underground, да. Nintendo в России — это Underground. В целом мире, особенно там, в Японии, это популярно, но не у нас. Все, я туда. Они муши. Возможно, они муши. Но вряд ли. Завтра. Кошка-морошка, Джили. Не, мне нравится... От кошки-морошки я что-то устал. Мне нравится персиковый лес. Шанна-Нина и холосин. Ну, мне больше зарубежных нравится. Вот из русскоязычных, наверное, только... Да залезь ты, паучок. Из русскоязычных, наверное, только вот персиковый лес. А знаете, что сделаем? Давайте сделаем, как до этого делали. Закончим стрим на полетах. Сейчас сохраню сток. Стой, рано лететь! Чекпук, остановись, прекрати. Да блин, хватит! Так, сохранится.